Приветствую вас, как всегда, в это время на нашем канале «Прогноз погоды». А значит, пора узнать, что приготовила для нас природа в субботу 2 июля. И этой информацией поделюсь с вами я, Николай Диденко. На большей территории Украины в ближайшие сутки будет преобладать переменная облачность, которая приведет к выпадению осадков. Но синоптики также не исключают и безоблачное небо. Максимальная дневная температура воздуха – 32 градуса выше нуля. Теперь подробнее о синоптической картине по регионам. В центральной части страны суточные температурные показатели составят 18-30 градусов тепла. При этом здесь прогнозируется переменная облачность в течение целых суток. Осадков в регионе не предвидится. На юге за сутки термометры покажут от 21 до 30 градусов со знаком «плюс». В Херсоне и Одессе первая половина дня будет ясной, но уже после полудня небо в этих городах покроется облаками, которые принесут дожди с грозами. В Симферополе с ночи до позднего вечера прогнозируется небольшая облачность и осадки. Температура воды на курортах Черного моря – плюс 23 градуса. 2 июля свои именины празднуют Иван, Мария и Тимур. Не забудьте поздравить своих родных и знакомых. А мы возвращаемся к прогнозам. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет меняться от 16 до 32 градусов выше нуля. Осадка в регионе не предвидится. На протяжении дня вся эта территория будет покрыта облаками, но не исключается и прояснение на небе. На севере минимальная ночная температура воздуха плюс 18 градусов, а максимальная дневная 30 градусов тепла. Дожди с грозами начнутся во второй половине дня в Житомире. На остальной территории региона будет преобладать переменная облачность. Ночные часы в Чернигове и в Житомире возможен туман. На востоке Украины местами ожидаются осадки с грозами и легкая облачность. Суточные температурные показатели будут колебаться в пределах 17-30 градусов тепла. Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба. Скорость ветра достигнет 7 метров в секунду. Солнце осветит наш край в 4 часа 23 минуты. В Луганской области ночью термометры покажут 19-21 градус со знаком «плюс», а днем воздух прогреется максимум до 29 градусов. Весь день в Луганске, Алчевске и Северодонецке будет царить переменная облачность, без осадков. В Донецкой области после полуночи ожидается 19-24 градуса выше нуля. А в дневное время на термометрах можно будет увидеть 27-30 градусов тепла. Ясным небо будет только в Донецке в вечерние часы. На остальной территории области в течение суток прогнозируется небольшая облачность. В Мариуполе днем пройдут дождь с грозой. Температура воды на побережье Азовского моря плюс 28 градусов. В Днепропетровской области ночные температурные показатели составят 19-21 градус тепла, а после полудня они поднимутся до 27-30 градусов. Жителям области синоптики обещают облачный день, который пройдет без осадков. Температура воды в Днепре – плюс 30 градусов. Ежегодно, начиная с 2003 года, в первую субботу июля отмечается Международный день Днепра. Экологический праздник, посвященный одной из самых спокойных и величавых рек. Целью этого праздника является привлечение внимания общественности к современным проблемам бассейна Днепра и методам их решения. И о синоптической ситуации еще в одном городе Приднепровья, столице Украины. При суточной температуре воздуха 19-30 градусов тепла в Киеве небо будет чистым лишь в утренние часы. Днем прогнозируется дождь и, возможно, грозы. В ночное время над городом опустится туман. Вот такие данные о погоде дают нам синоптики на субботу 2 июля. Я прощаюсь с вами, желаю провести этот уикенд в хорошем настроении. До встречи в нашей студии.